Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Старик, тут не место, 2007 года. Обычный работяга обнаруживает в пустыне гору трупов, грузовик, набитый героином, и соблазнительную сумму в 2 миллиона долларов наличными. Он решает взять деньги себе, и результатом становится волна насилия, которую не может остановить вся полиция Западного Техаса. Кровью и потом. Анаболики. 2013 года. Фильм основан на реальных событиях. Однажды тренеру по фитнесу надоело ходить в трениках. Он решил круто изменить свою судьбу и разбогатеть. Нашел двух других незадачливых качков и предложил им план похищения своего клиента-миллионера. Но если в организме мышц больше, чем мозгов, то даже самый лучший план, подсмотренный в экшен-боевике, может не сработать. Исходный код. Солдат по имени Коултер мистическим образом оказывается в теле неизвестного мужчины, погибшего в железнодорожной катастрофе. Коултер вынужден переживать чужую смерть снова и снова, до тех пор, пока не поймет, кто зачинщик катастрофы. Трон. Наследие. Сэм Флинн, технически одаренный 27-летний сын Кевина Флинна, начинает расследовать исчезновение своего отца и оказывается втянутым в тот же мир жестоких программ и гладиаторских игр, в котором его отец жил на протяжении 20 лет. Маленькая помощь. Маленькая помощь – это история нескольких месяцев из жизни гигиениста-стоматолога Лоры. Пытаясь совладать с резкими переменами в своей жизни и жизни своего сына, она невольно становится на путь обмана.
Экипаж. Опытный пилот Уип Вайтекер чудом избегает крушения самолета и, совершив аварийную посадку, сохраняет жизни практически всех пассажиров. Уипа чествуют как героя, но чем больше появляется подробностей о катастрофе, тем больше вопросов возникает. Что же на самом деле произошло на борту самолета? Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!